потеряла сознание, я ничего не помню. Стал приводить чувства, вызвали скорую помощь, и я, можно сказать, все вспомнила, как это было только в больнице электроники. Вы сейчас ворвались в кабинет с какой целью? Я совершенно не боюсь публичности. Я вам, во-первых, не разрешал проводить съемку. А нам не требуется ваше разрешение. Пожалуйста. Не, мы со съемкой, мы так не можем по-другому. Я ей все объясню, ребят. Аж куда вы бежите? Тебя нормально. Ты успокойся. Очень даже агрессивно. С вами идите, спокойно разговаривайте. Спокойно разговаривайте. Не обостряйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Шфатова Валентина. Расскажите, что у вас произошло и когда? 29 января 2018 года я, управляя автомобилем Шкода Фабия, попала в ДТП. Да въебало конкретно. И уехала. Ну, бля, да. На данном перекрестке улицы Пятницкого и улицы Театральной. Я ехала по улице Пятницкого, получается, по главной дороге. Со мной произошло столкновение с автомобилем МАЗ, который двигался по улице Театральной. Он, нарушив знак «Стоп», пронесся, можно сказать, и развернул мою машину. Ну, во все стороны, разбил ее, что она не подлежит восстановлению вообще. В итоге прошло, получается, 3 месяца. Виновник данного ДТП, он неизвестен. Не установлен. Не установлен. Потеряла сознание, я ничего не помню. Я только потом по видео поняла, что остановилась машина Ford. Свидетель всего этого, он меня посадил к себе в машину, стал приводить в чувство, вызвали скорую помощь, и я, можно сказать, все вспомнила, как это было только в больнице электроника. Я так понимаю, вас скорая помощь забрала с места ДТП? Да, с места ДТП меня забрала скорая, да. Отвезли вас туда. Что непосредственно врачи сказали? Какие диагностировали травмы? Я периодически там приходила в себя в больнице, в сознание, потом я опять засыпала, то есть у меня ужасно болела голова, у меня болели все части тела. И я проснулась, как бы очнулась, когда мне делали КТ. КТ головного мозга, шеи, там, в общем, все это посмотрели. В итоге мне сказали, что в принципе таких тяжелых травм, которые требуют вмешательства там, хирургов, операции, этого не требуется. Мне вызвали такси и отправили меня домой примерно в 9 часов вечера. А вызвали такси непосредственно в самой больнице? Вызвали такси непосредственно в самой больнице. А что они констатировали вообще? Какие диагностировали? Точнее? В итоге они ничего не диагностировали, просто в заключении написали, что повреждения отсутствуют в принципе, их нет. То есть я в прекрасном состоянии после данного ДТП, когда машина... То есть ни сотрясения, ни сотрясения не диагностировали, ни ушибы. Они не увидели, что у меня вся сторона в синяках, полностью все ноги, руки, живот в фиолетовых синяках. Голова, я не могла в себя прийти 3 недели, получается, после данного ДТП. Я обратилась в поликлинику, и там проходило лечение у невролога. В электронике же меня просто выкинули, ну... Я даже не знаю, как это, без комментариев. Я подумала, ну, наверное, так это и надо. А что невролог сказал в поликлинике? Невролог в поликлинике, он сказал сразу, что это сотрясение средней тяжести, закрытая черепно-мозговая травма, повреждение шейного отдела позвоночника. К неврологу я не показывала свои ушибы на, вот, получается, левой стороне, потому что, ну, так как... Я думала, что так, в принципе, так и надо, как бы, вот, поэтому... То есть, по факту, там, в больнице электроника, они воспользовались вашим беспомощным состоянием? Они воспользовались, и не указали, да, выписки никаких повреждений, которые действительно, да, у вас были? Да, да, к сожалению, это так, да. А в дальнейшем что происходило? Было, я так понимаю, вас приглашали в дознание к дознавателю. А какую фамилию? В дальнейшем мне позвонил дознаватель Афонин Игорь Владимирович. И спросил, как вы, это спустя примерно, ну, недели 3 после ДТП, как вы себя чувствуете? Я сказала, что я прохожу лечение у невролога, он сказал, не торопитесь, все нормально, все будет хорошо, лечитесь, сколько вам будет нужно. Вот, и в принципе, потом он меня пригласил в
второй раз для того, чтобы я предоставила документы, так как меня увезли с ДТП в электронику, чтобы составить справки. Вот сотрудники ДПС, у них не хватало каких-то документов. Они должны были направить судебно-медицинскую экспертизу сделать, я так понимаю, да? Запрос туда делали. Делали запрос в судебно-медицинскую экспертизу, причем Афонин Игорь Владимирович, он меня буквально принудил или заставил подписать документ о том, чтобы они провели экспертизу без меня, то есть чтобы меня туда не вызывали. Ну, я так понимаю, он скорее, наверное, чтобы вел в заблуждение. Вел в заблуждение, да. Как так получилось? Он сказал, что документов, которые мы спросим, документы в электронике, их будет достаточно, и вашей карточки с поликлиники, этого будет достаточно для того, чтобы эксперты вынесли верное решение. Вот. Ну, он забыл, наверное, уточнить, для кого оно верное будет. Да, для кого оно будет верно, да, мне не уточнялось, к сожалению. В итоге прошел месяц, эти документы рассматривали эксперты, и было установлено экспертами, что мне, естественно, по всем предоставленным документам из электроники, моя карточка из поликлиники, что мне не было, ну, не причинено никакого телесного вреда. Вреда, да. Меня это, конечно, очень просто возмущает, потому что я, если бы я знала немножечко, как бы, в этом плане юридические тонкости, медицинские, такие вот нюансы, я бы, конечно, сразу обратилась в электронику в эту же ночь, чтобы меня забрали обратно, так как чувствовала себя, ну, просто ужасно. Я не могла голову поднять, в принципе. Скажите, от подушки. А юридической помощью вы какой-то пользовались? Я обратилась к адвокату, которого мне порекомендовали. Как его зовут? Фамилия, имя, отчество? Его зовут Роншин Сергей Александрович. А он в какой-то коллегии адвокатов состоит, скорее всего, наверное? Я думаю, что да, в Воронежской коллегии адвокатов, я думаю, что он состоит. Я ему объяснила всю свою ситуацию, объяснила, сказала, что я себя чувствую мягко говоря, очень плохо, и мне требуется юридическая помощь в этом вопросе, чтобы разрулить всю эту ситуацию. В итоге я ему, получается, за его услуги заранее как бы заплатила деньги. Он мне пообещал, что все будет хорошо. Какие деньги вы заплатили и за что? Я заплатила, получается, 9 тысяч, а за что, вот мне до конца непонятно, потому что он сказал, что чем вы быстрее заплатите, тем лучше. Вот. И все быстрее закрутится, завертится, все, он решит все вопросы и в ГИБДД, и, ну, все мне подскажет. В итоге он даже мне не подсказал, как правильно себя вести с точки зрения медицины, правильно зафиксировать все свои ушибы, сотрясения и так далее. Даже вот такой помощи я не получила. Он вообще ходил ознакомиться с материалами дела, либо представлял ваши интересы вот в дознании в ГИБДД? Он один раз, ну, опять же, я не могу это никак проверить, он сказал, что сходил, ознакомился и отфотографировал материалы дела. Вы составляли какое-то, делали с ним какое-то соглашение, либо нотариальную доверенность какую-то на него оформляли? Я просила его, ну, составить договор о нашем, ну, сотрудничестве, написать доверенность. В итоге он сказал, нет, не надо, это мы сделаем позже. Просто самый интересный момент, что, чтобы представлять ваши интересы, он должен взять либо доверенность вами, значит, составленную у нотариуса, либо ордер. Я понимаю, ваших, да. Интересов. А ордер выдается на основании соглашения. Дальнейшие действия с адвокатом, он получается, ну, исходя из тех данных, которые имеются, он никаким образом все-таки свои деньги не отработал. Я считаю, что никаким образом он не отработал. Получается, спустя 2 месяца мы получаем постановление, которое как бы очень, на мой взгляд, размытое. Вот, я задавала вопросы своему адвокату о том, почему знак «Стоп», который нарушил, получается, водитель МАЗа, он никак это нигде не отразилось именно в административном деле. То есть получается, что как так и надо, знак «Стоп» никто не нарушал. То есть настолько все это ужасно, непонятно для меня. Я даже не знаю, что сказать. В дальнейшем он туда все-таки с вами приходил или же не приходил уже вместе? В дальнейшем, получается, в тот день, когда я получала постановление, Это прошло уже 2 месяца. Я пришла за постановлением.
почитав постановление, я позвонила своему адвокату, он сразу же приехал. В итоге он сказал, единственное, что он смог сказать, я не знал, что вообще так может все развернуться, получиться. И на этом и все. Вот он с вами сходил. Просил ли он еще денег, значит, за то, что он с вами сходил? Да, да, да. Единожды он с вами сходил. Единожды он со мной сходил, я у него попросила, говорю, Сергей Александрович, пожалуйста, верните мне деньги. На что он мне ответил, что денег еще 9 тысяч должна ему я. А, еще 9 тысяч вы ему должны? Да, еще я ему должна за то, что он поднялся и приехал в ГИБДД со мной. То есть он 9 тысяч взял до этого, ничего не делая? Ничего не делая, совершенно. И 9 тысяч еще хочется, то, что он пришел? Он даже не проконсультировал меня, в принципе, изначально, хотя я пришла сразу после ДТП. Он даже консультации не дал. Нормально. А деньги вы ему каким образом переводили? Деньги я ему перевела через Сбербанк онлайн, получается, со своей карты на счет его карты. История говорит о том, что нужно искать профессионалов в этой области, юристов, да? Если мы говорим, потому что есть проходимцы и... Ну, жулики, как говорится, здесь по-другому не назовешь. Просто такие действия, я бы сказал бы, как, ну, недобросовестные, как минимум. Да, как минимум недобросовестные действия. Вот если я уверен, исход был бы совсем другой в данном деле, если бы вы воспользовались юридической помощью квалифицированной. Конечно, да, это однозначно. Ну... Человек, который управлял автомобилем МАЗ, он оказался на момент ДТП в наркотическом опьянении. Mm-hmm. Это все зафиксировано, это есть справки, подтверждающий данный факт из наркодиспансера, куда, получается, Яцишина Владимира отвезли сразу после ДТП, доставили в наркодиспансер, и там признали... Скажите вообще, действия водителя, когда совершилось ДТП, куда он уехал, вернулся, что вообще происходило? Сознания, я, судя по видео с регистратора, я поняла, что он скрылся с места ДТП. Никакой помощи он мне не оказывал. Более того, он даже ни разу не позвонил, не спросив, не узнав о моем самочувствии. И вообще, просто, как так и надо. Вот он совершил такую, извиняюсь за выражение, такое месиво на перекрестке. И просто, как так и надо, он по итоге пришел. Но изначально он просто скрылся с места ДТП. И причем, задев припаркованный автомобиль, не просто задев, а, можно сказать, всю бочину, разворотив девушке-водителю, которая, к сожалению, в тот момент припарковала автомобиль. В итоге мы резюмируем, что водитель, который совершил данное ДТП, водитель МАЗа, ехал с бешеной скоростью, даже не пытался остановиться, не притормозить, видя, что здесь непосредственно у него второстепенная дорога и знак «Стоп» стоит, где он должен был остановиться, убедиться в безопасности своего маневра и в дальнейшем продолжить движение, когда все безопасно для всех участников дорожного движения, он даже этого не сделал. Не сделал, причем он скрылся в дальнейшем направлении, даже не используя тормоза. То есть он как ехал, как говорится, сбрило. Так он там и остался. Так и остался, да. Куда он там дальше уехал? Пришел, его оформили. И в итоге он не понес наказание у нас за то, что он не остановился у знака «Стоп». Виновник в ДТП пока не установлен. Виновник не установлен, да. Это очень печально. Интересно просто, как так получилось, что сотрудник ГИБДД, дознаватель Афонин, не смог привлечь к ответственности за 2 месяца за просто... Даже сотрудники, которые сюда приезжали, они здесь составляли административный материал. Почему и как так получилось, что они не смогли здесь установить виновника и, как говорится, привлечь его к ответственности за нарушение данного знака? Да, причем у дознавателя было видео, которое очень объемно все показывает. Его сразу приобщили к материалам дела. Соответственно, вся картинка у него была. Да. Мой автомобиль был припаркован на обочине, не нарушая правил дорожного движения. И в результате столкновения врезался в него «Шкода», а потом «МАЗ» протаранил автомобиль мой. То есть он вам, я так понимаю, какую-то часть автомобиля задел? Ну, всю левую сторону. Мне позвонили, у меня телефон был на панели автомобиля, мне позвонили, я пришла, не увидела автомобиля «МАЗ». Поинтересовалась, кто виновен, где виновник, на что мне сказали, что он уехал и где-то там остановился за перекрестком на 20 лет в ЛКСМ. Угу. Потом подошел водитель этого МАЗа. Валентина, пострадавшая, находилась в скорой помощи. Она в сознании была?
Ну, я ее видела, то есть она лежала, значит, дверь была открыта, подняла голову, такой мутный взгляд, и опять ее опустил, собственно, это все. Я двигался в своей машине, да, марки Kia, от начала, точнее, от конца улицы Театральной, за этой фурой. Он просто вылетает на перекресток, вот, и выезжает Валентина, вот. И, получается, он ее сшибает, и вот уносится вперед, попутно вот бьет машину, получается, Татьяны. Вот. Доезжает до конца Театральной, поворачивает налево, потому что я остановился, мы подбежали, открыли дверь Фабии. Вот. Валентина была в сознании, как бы спросили, что там болит, не болит, как бы. А двое мужчин осталось ее вытаскивать, подушку рвать, а я сел в машину, довез мужика до угла и как раз смотрю, фура остановилась. Я проехал возле фуры, посмотрел номера, вернулся обратно. Mm-hmm. Потому что мало ли там, может быть, что-то случилось, грубо говоря, надо везти там в больницу еще куда-то человека. Вот. И вот потом находился тут часа полтора, ну, водитель пришел, наверное, минут через 20, через 30 только к нам. Mm-hmm. То есть он там что-то делал, он ходил там, собирал там, не знаю, бампер, может, у него лопнул или еще что-то. Он там ходил, что-то репу чесал, по-русски сказать. Вот. И потом только он пришел к нам. Ну, как бы девушка была хотя бы жива, здорова, более-менее, ну, да, относительно. Вот, потому что вот она потом сидела у мужчины в Форде, ее отпаивали. Потом вот посадили ее в скорую помощь. И вот она говорит, за эти часа полтора, что примерно прошло, она практически ничего не помнит вообще. То есть у нее было состояние шока, она спрашивала одни и те же вопросы, там, в периодичности секунд в 10-15. То есть что было, как случилось, откуда взялось. Вот, то есть шок был, конечно, у девушки очень сильный, как бы, ну, учитывая, наверное, комплекцию все-таки ее, тем более. Хочу сказать вам, во-первых, выразить огромную благодарность за то, что вы остались неравнодушны в этой ситуации. И я очень надеюсь, что в таких ситуациях и другие участники дорожного движения проявят такую же... Ну, это как бы гражданский долг, а, наверное, все-таки это дело больше совести каждого человека. Я согласен. Сразу после столкновения я, то есть, повернул направо, то есть, припарковался, вызвал скорую... Посадили Валентину в машину ко мне, то есть потому что было холодно, посадить больше некуда было. Вот. И до приезда скорой помощи она сидела в моей машине. Я все время находился в машине, позвали медсестру из ближайшей школы. Она, то есть, какой-то такой беглый осмотр провела, то есть на наличие каких-то там серьезных повреждений, переломов, принесла воды. И до приезда скорой я находился в машине. У Валентины состояние было очень такое, ну, тяжелое, шоковое. За минут 20-25, то есть пока скорая ехала, ну, несколько десятков раз, наверное, я отвечал на одни и те же вопросы. То есть проходит секунд 5-7, она начинает переспрашивать, а что случилось? Ей рассказываю, что попали в ДТП, а кто виноват? Водитель виноват. Я сильно пострадала? Ну, визуально нет, то есть все хорошо, никаких кровоподтеков, то есть там небольшие ссадины. Секунд 7-10, все вопросы снова по кругу. То есть звонили ей родственники, сын, мама, то есть разговаривала с ними я, потому что она не могла мысли даже сформулировать. Она просто отдавала мне телефон и говорила, расскажите, пожалуйста, я не понимаю, что происходит. Огромное вам спасибо, что вы остались неравнодушны в этой ситуации и оказали помощь Валентине. Спасибо. Сегодня 27 апреля 2018 года, время 10 часов. Валентина, поведайте, что мы сейчас будем делать? Точнее, вы сейчас будете делать. Я отправлюсь к Афонину Игорю Владимировичу для того, чтобы задать ему, ну, определенные вопросы по постановлению, которое он вынес 3 апреля. Угу. Неудобные для него вопросы, получается. Неудобные для него вопросы, да. Да, ну, мы вам пожелаем удачи, как говорится. Спасибо. Игорь Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Можно мне вам несколько вопросов все-таки задать? Так, вы кто? Шипатый. Точно. Валентина. Это было театральное. Да. Мы же вынесли постановление. Вынесли постановление. Говорите, что хотели. Вот мне просто интересно, я вот не поняла, так как я юридически, ну, не совсем подкована. Вот. Кто же все-таки виновник вот в нашем ДТП? Потому что в постановлении я так и не прочла. Там настолько все размыто, кто виноват. За пределами срока давности вопрос о виновности обсуждаться не может. Очень жаль. А как так получилось? Ведь в вашем, я не знаю, я так понимаю, были какие-то видео, правильно? Вы сказали, что у вас все это есть. Это же можно было посмотреть, независимо от того, сколько я времени лечусь, там, месяц, два или там
Тем более вы сами мне звонили и говорили, что не переживайте, там, лечитесь, все такое. Ну что, должен сказать, бросьте лечение? Нет, хотя бы для выяснения обстоятельств. Я вам говорила, когда первый раз пришла к вам. Сейчас что... цель визита, давайте вот так вот. Мне просто интересно, как так может быть, когда очевидный факт, что есть виновник, очевидно, который нарушает пункт, знак стоп, который гласит о том, что движение без остановки запрещено. Зачем мы с вами обсуждаем то, вот, что почему мы это... с вами не должны сейчас делать? Мне просто непонятно. Я вот подала жалобу, я звоню в суд на это постановление. Мне говорят, что документы еще не пришли из ГИБДД, мы их не можем рассмотреть. Запроса не было. Запроса даже не было. А жалобу я в Левобережный суд города Воронежа отнесла 11 числа, а запроса еще не было. Ну, я, по крайней мере, не видел его. Давайте эти все вопросы, наверное, лучше обсуждать в ходе рассмотрения жалобы, чем вот мы с вами просто так будем о чем-то разговаривать. Да. Понимаете, мы даже не вправе с вами вообще общаться. Так же, как и к судье прийти, какие-то вопросы задавать, вы не вправе. Только в судебном заседании при рассмотрении жалобы по существу. Мне просто настолько непонятно, и как бы вот то, что медэксперты вынесли такое решение. Хотя я сама хотела к ним пойти. Вы мне сказали, подпишите документ, и вам там какой не стоит находиться. Подпишите? О том, что я такая-то, такая-то. Прошу, чтобы медэксперты наиподробно рассмотрели в мое отсутствие. Чтобы экспертизу провели? Да, экспертизу провели. Если бы вы ходатайствовали о проведении с вашим участием, мы бы ее провели с вашим участием. То есть я должна была ходатайствовать об этом? А то, что вы мне попросили подписать... Я попросил. Да, вы сказали, подпишите, ведь все равно у вас будут запрашиваться документы. Мы сейчас зачем с вами обсуждаем какие-то моменты, когда у меня даже... нету на рассмотрении дела сейчас, вынесено постановление, и тем более я от вас узнал, что данное постановление обжалуется в Левобережном суде. Поэтому давайте нашу беседу отложим на стадию рассмотрения жалобы. Вот когда меня известит суд о том, что рассматривается жалоба, меня пригласят туда, если суд сочтет это нужным. Вот, и если у суда будут какие-то ко мне вопросы, я на них отвечу. Даже вы будете иметь право тоже задать вопросы, я на них тоже отвечу. Хорошо? Да. А зачем сейчас мы с вами говорим о каких-то вещах, о которых я даже не вправе сейчас с вами говорить? А можно хотя бы такой момент? Я просто очень недовольна юристом, к которому я обратилась в таком своем состоянии жутком после ДТП. Он вообще сюда приходил, он что-то фотографировал, он что-то делал, или он вообще... Просто... Я даже, честно говоря, не помню, принимал ли участие в производстве по делу юрист, потому что... Адвокат, которого я нанимала, он вообще не принимал никакого участия, я так понимаю, да? А я откуда знаю? Вам же лучше. То есть к вам он не приходил? Это же ваш представитель. Нет, подождите, он мне говорит, что он приходил. Я ему заплатила деньги, у меня есть документы, подтверждающие это. А в итоге результат нулевой. Я сейчас вынуждена обратиться к другому юристу, уже как бы надежному человеку, и решать уже с ним вопросы. А как вы оцениваете надежность юриста? А вот я понимаю, что этот человек ничего не сделал. Я болела, я плохо. Во-первых, он меня не проконсультировал о том, что я, как я должна проходить лечение. Он мне сказал, лечитесь в платной клинике. Раз. Он говорит, где вам удобно, там и лечитесь. А я должна была, по идее, вызвать скорую и уехать обратно в электронику, потому что встать с кровати я не могла в принципе. Правда, вот я вот сейчас слушаю вас и не пойму, о чем речь. Юрист – это не медработник, он не может советовать, где человеку проходить лечение. Ну лечение вот... проходит там, где, извините, куда лицо обратилось. У нас каждый врач дает клятву Гиппократу. Ну, тут оказалось такие тонкости, что, например, данный врач, он не и смог... Говорили, мои люди ушли, которые сегодня назначены. Не смог. Всех принял. Не смог, например, какие-то тонкости описать в моем самочувствии. Кто, юрист? Нет, врач, к которому я обратилась, он не смог как-то там какие-то зачем определенные вы мне тонкости. Сейчас задаете вопросы по поводу вашего врача? Я задала вопрос по поводу юриста, которого я наняла, он сюда не приходил. Я уже поняла. Я не помню, потому что сейчас у меня в производстве дела не находится. У нас в производстве более 100 с лишним дел. Вот. И помнить о том, по какому делу принимал участие тот или иной юрист, или представитель, или адвокат, ну, поймите, я не могу. Вот. То есть вы же вправе знакомиться с материалами дела. Посмотрите, если он принимал участие, значит, там его либо ордер есть, либо доверенность. Вот. Я ничего не видела.
Доверенности что, там если вы ничего не видите, что вы от меня хотите? Понятно. А скажите, а свидетели почему все-таки не были вызваны свидетели? Вот они очень так явно хотели высказаться. Если в материалах дела фигурировали свидетели, были их данные, то они были бы обязательно опрошены. Вот, и им объяснением была бы дана оценка. Угу. А свидетели чего? Свидетели данного ДТП. Как это было? Как в принципе? Там ни одного указания про свидетеля нет. Опять же, так как я не присутствовала при том, когда вызывали, например, Татьяну, не помню, или виновника этого какая ДТП. Татьяна? Как не присутствовали, все вместе были здесь? Я не была первый раз. Я была дома, я болела. Я не была. Я не могла заявить о том, что есть свидетели, которые предоставили видео с регистратора, которые реально хотели, чтобы это дело было ну, нормально все рассмотрено. А оно не нормально рассмотрено? Ну, на мой взгляд, как бы, так как я, опять же, говорю, юридически не подкована, постановление настолько размытое, такие фразы, что две машины ехали по улице, такой-то столкнулись и еще протаранили 12-ю, то я вообще там усматриваю свою даже какую-то вину, несмотря на то, что я двигалась по главной дороге, всеми силами пыталась предотвратить. Это видно. Давайте вернемся к первому вопросу. Цель визита. Цель визита. Просто если постановление. Узнать, как так получилось, это раз. Если просто узнать, к нам люди не приходят. И просто я хотела еще такой момент, где рассматривается дело Яцышина о лишении его прав на вождение. В связи с тем, что он был в наркотическом опьянении в момент аварии. Где это дело рассматривается? Не я знаю. Очень хочу... Если в отношении него возбуждалось дело, то оно в суд направлено. Какой суд? По месту совершения правонарушения. Левобережный суд? А вы в Левобережном районе столкнулись? В Центральном. Значит, наверное, в Центральном. Это мировой суд или какой-то суд? Это мировой я суд уже не помню, что? Честно говоря. Просто я бы очень хотела там поприсутствовать со своим... А вы что, участник производства по данному делу? А я имею право. Вы понимаете, я очень пострадала от этого человека. Вы имеете право, просто у нас открытые, судебные заседания. То есть, конечно, вот я интересуюсь таким моментом. Где же все-таки проходит этот суд? Да он, может быть, и не проходит. Я, честно говоря, не помню. Так, ладно, все-таки что вы еще раз хотите? Нет. Просто поговорить, но смысл просто говорить, когда все эти вопросы будут обсуждаться в суде при рассмотрении жалобы, конечно. Но только вот я туда звоню, мне как бы говорят, что, к сожалению, ваши документы, ваше дело не приходило. Ну, значит, еще, может быть, председатель суда не распределил, какой судья будет рассматривать эту жалобу. Так вы даже говорите, что вы не направляли туда ничего. Да я и не помню, поймите. Я вам с удовольствием пояснил. Я просто... у нас уже какой объем работы? Я понимаю. Понимаете, тем более, я, в принципе, не обязан отчитываться перед вами. Это инициатива суда уже запросить у нас материал, назначить дело на определенную дату рассмотрения. Вот. Если мне каждый будет приходить и спрашивать, когда будет рассматриваться моя жалоба судом, я об этом ничего не знаю. Я об этом узнаю только тогда, когда мне поступит копия жалобы для ознакомления, когда меня пригласят в судебное заседание. Вот. Тогда я об этом узнаю. А так я, так же, как и вы, не владею этой информацией. А вы еще ничего не знаете? Все, ожидайте, вам придет повесточка на определенную дату, вас известят. Там вы все свои доводы изложите. Будет необходимость, меня пригласят. Пригласят все стороны участников производства по делу. Нам даже посмотрите, страховой компании еще не выплатили ничего и тянут. Мы вообще не имеем никакого отношения к возмещению вреда. Спасибо, Александр. Вы, в общем, вернулись. Расскажите ваши впечатления, ощущения. Ну и как удалось вообще пообщаться с Афониным? Ну, в целом, в общем, как Игорь Владимирович мне посоветовал, набраться терпения и ждать обжалования данного постановления, которое, в принципе, на мой взгляд, не очень, как бы сказать, с точки зрения правовой составлено как-то неграмотно. Ну, неправильно, он, в общем, вынес неверное постановление по нашему мнению. Да, в общем, набраться терпения и встретиться с ним в суде, возможно, его туда вызовут, задать ему там вопросы. Ну что, сходим к нему вместе, как говорится, запечатлим его лицо для всех наших зрителей, чтобы его запомнили и, так скажем, сказали все, что о нем думают наши зрители. Да? Пойдемте.
А где у нас Афонин? Здравствуйте, очень приятно. Вы сейчас сильно заняты? Что вы хотели? Мы хотели узнать, как так получилось, что в течение 2 месяцев вы не смогли я привлечь... Я на больничном листе, пожалуйста. А что вы здесь делаете? Я что делаю? Да. Вы что хотели в данный момент? Ну, вы сейчас, вы сказали, вы на больничном листе, то есть вам не задают вопросы. Я вам другой вопрос задаю. Ну. Что вы тогда вы сейчас делаете? Ворвались в кабинет с какой целью? Ворвались? Да. Мы вошли. Вас кто-то приглашал сюда? А, по приглашению, вы спросили, да? Разрешение? Давайте мы от темы отступили. Мы от темы отступили. Вы сейчас отступили. К кому? Во-первых, мы хотим сделать ваше лицо публичное. Выйдите, пожалуйста, отсюда. Да? Да, мы пожалуйста, пока не будем. Пожалуйста, скажите, выйдите как отсюда. Так получилось? Пожалуйста, выйдите что вы отсюда. Не привлекли за 2 месяца, как ответственности водителя. Вопрос. Пожалуйста, слышали? Выйдите. Слышали вопрос? Можете ответить на него? Что, вам неудобно? Отвечать нечего. Я к каждому дознавателю зайду, если такие ситуации будут повторяться. И будем делать вас публичными лицами. Чтобы люди смотрели на вас, понимаете, ваши соседи, знакомые, друзья. Я не боюсь публичности никакой. Отлично, хорошо. Вот. Если вы не знаете обстоятельств дела... Тогда вы скажите, почему дела, так получилось? Как это, не знаю, я видел материал. Если вы не знаете обстоятельств дела... Да. Вот. Я вам, во-первых, не разрешал проводить съемку. А нам не требуется ваше разрешение. Пожалуйста, выйдите отсюда и не мешайте. Но вы продолжите разговаривать. Вы можете сказать. Выйдите, у вас есть точка отсюда зрения, вы ее, пожалуйста, огласите. Вы начали, так продолжите. Мы вам мешаем работать? Конечно, мешаем. Вы же говорите на больничном листе. Я вам еще раз говорю, я не обязан перед вами отчитываться. Так вы только что прошу сказали, вас, что мы вам мешаем работать. Вы сейчас здесь вообще не должны находиться. Правильно? Алло. Что вы сразу нас покидаете? Выходите. Вы давайте заходите. Выходите. Заходите. Вы находитесь в служебном кабинете. Вы сейчас кабинете на больничном листе. Да, вы это не ваши вопросы. Так вопрос другой. Почему вы здесь вообще находитесь? Выходите, пожалуйста. Нет, пока не будем. Вы нам на вопросы ответьте. Пару вопросов, мы уйдем. Вы продолжите свою точку зрения, давайте. Вы сейчас в качестве кого здесь вообще, скажите? А представителя. Кого имею представителя? Граждан. У нас в производстве дела находится. У вас уже не мне находится. Совершенно верно. Но вопросы задавать я могу вам? Нет, не нет, можете, не имею к сожалению, права. Нет. Запрещено вы законом. Вы мне как должностному лицу или как физическому лицу? Ну давайте сначала как должностному. Понятно. Все, извините, но в производстве дела нет. Вот. Никаких либо пояснений. Вы предсказываете. Если не извините, то приводите. Как физическому лицу я не хочу никакие ваши вопросы отвечать. Один вопрос вот тогда у меня. Вдруг вы ответите. Вы находитесь на больничном листе. Вы имеете право здесь на рабочем месте осуществлять? А вы знаете, что я сейчас здесь делаю? Сидите, пока вижу. Я пояснять я вам не собираюсь. Ничего. Но я видел, что вы что-то осуществляли. По этому поводу может только со мной общаться мой руководитель. Согласен. Не более того. Согласен. Мы зададим этот вопрос. Можете ли вы находиться? Хорошо? Виталий Владимирович или Женя? Задавайте. Хорошо. Ну, в общем, у вас есть что-то еще сказать, дополнить? А о чем речь? Вообще по этому делу. По какому? Почему водитель не привлекает? В производстве у меня дела нет. В данный момент, ну, насколько мне известно, находится жалоба в Левобережном районном суде. Все доводом жалобы будет дана надлежащая юридическая оценка и вынесена решение. Абсолютно. Вас устраивает такой ответ? Ну, всего другого хорошего я не ожидал. Ну, что все, все, до свидания. Всего хорошего. Дорогие друзья, мы все-таки нашли способ, как вывести, так скажем, навстречу этого адвоката. Ну, адвокат в кавычках. В общем, Валентин сейчас будет ему звонить. Я предварительно созвонился с адвокатом, представился клиентом по страховому случаю. Ну и, в общем, на меня он время нашел. Алло, Сергей Александрович? Да. Здравствуйте. Хотел бы к вам обратиться за помощью юридической. Мне вас порекомендовали, телефончик ваш дали. Скажите, как мне с вами можно встретиться? У меня по страховому случаю. Если в течение часа подъедете. Я понял, хорошо, договорились. Сейчас посмотрим, найдет ли он для Валентина время, так как ранее, сегодня, вчера и, в общем, до этого она всячески пыталась как-то с ним связаться, и никак не получалось, у него времени на нее нет. Сейчас посмотрим, так скажем, найдет ли он времени все-таки на Валентину сейчас. На громкую включили? Угу. Линия занята. В очередной он раз... Он просто это сбросил. Называется. Он сбросил, да. Давайте еще раз попробуем. Настойчивость проявим.
Извините, я занят. Он написал сообщение. А вы еще раз попробуйте. Мы немножко настойчивость проявим. Да, к сожалению. Приходится клиенту добиваться настойчивости. Добиваться встречи. Результата нет. Со мной не хотят общаться. К сожалению, никак, ни под каким видом. Ну, вот так. Так, ладно, прекращаем. А, значит, сейчас, ну, так получилось. Мы знаем, что он наверху в своем кабинете сидит замечательно. А, сейчас Валентина к нему отправится, и мы ей дадим диктофон, чтобы она записала аудиозапись общения с ним. Так что ждем Валентину обратно. Присаживайтесь. Да, я постою. Сергей Александрович, вот скажите, пожалуйста, мне вот до сих пор как бы покоя не дает вся наша неприятная ситуация, хотя вроде бы как она выеденного яйца, это дело не стоит, в том отношении, что я там права была во всем. А кто говорит, что в этом ДТП? Вот. А кто мне говорит, вот интересно, что вы не права? Ну, в постановлении так и не установлен виновник по данному ДТП. Ну, присядьте, пожалуйста, мне неудобно постоять. Да, почему? И вот такой у меня момент. Вы мне сказали, что я вам должна, получается, 9 тысяч. 9 тысяч у нас день занятости стоит. День занятости. То есть то, что вы приехали в день выдачи постановления, это стоит 9 тысяч. Независимо от того, какое это постановление. Хоть 3 часа мы с вами занимались. Угу. Такие ставки просто по Воронежу у всех. Я понимаю. Минимальные. Я теперь очень много работаю с юристами, с адвокатами, вы не поверите. Вот, то есть, и как нам быть с этими вот 9 тысяч? Мне вам их перевести или как? Не нужно. Не нужно, да? То есть вы их отработали как бы. А я не заплатила, получается так. Ничего страшного. А вот то, что я первый раз перевела вам 9 тысяч, вы не могли бы объяснить, за что? Какую вы работу выполнили? Я поехал, ознакомился, оставил свой ордер. Вы ознакомились. А я недавно общалась с дознавателем, и он мне сказал, что у вас там не было ни разу, что он этого не помнит вообще. Ну а ордер мой откуда там взялся? Я не видела ордера. Ну, ордер где? Я сейчас вам скажу. Какого числа это было? У меня что записано. Ну а в итоге, почему вы, например, то, что знак стоп, они его по истечению срока давности не привлекли к ответственности? Вы этого не видели? Не со всеми материалами могу ознакомиться. 26 февраля я там был, но выписан ордер номер 34962. Ага. Это 100%. У меня все под запись ведется, потому что ордера, документы строгой отчетности выдаются наши управделами либо заведующие консультации. Под роспись мы за них отчитываемся и деньги в консультацию вносим. Понятно. То есть я не знаю, как он вам мог сказать, что меня там не было. Угу. Потому что ордер должен быть датирован. Посмотрите внимательно, если вы с материалами знакомились. 26 февраля, это был понедельник. А почему же тогда в деле ничего не было решено? Или это нужно было дополнительно еще платить? Я, например, считаю, что вы ничего не сделали. Ну, я, во-первых, не думал, что они ему не будут вменять этот стоп. Я даже и подумать об этом не мог. Ну это просто, я считаю, что недоработка. А получается, что виновника нет, я не могу даже потребовать никакого ни материального ущерба, ничего. Но там нет в постановлении. Там в постановлении, я считаю, ехали два автомобиля по улице такой-то, столкнулись. Шкода Фабия наехала при этом на машину 12-ю, в чем я усматриваю свою, ну, а какую-то вину. Ваша вина? Вот, и то есть там ничего так и нет. Я вот просто считаю, что, Сергей Александрович, я считаю, что вы должны мне вернуть деньги. Потому что все дело вышло вот именно вот так, никак, как будто бы никто не занимался. Я пришла к вам после ДТП, получается, в жутко, крайне жутком состоянии, просто. Считаете, что я не прав, обращайтесь к нашему заведующему, Овсяк Олег Владимирович. Я только вот еще одного не понимаю. С того момента, как мы с вами познакомились... В первый день.
я в тот же самый день перевела вам деньги. В итоге, после того, у меня это в сообщениях есть, как я вам звонила или что-то хотела, вы мне писали, я занят, я на лекциях, я на занятиях, у меня день рождения у мамы, потом я еще где-то. У нас с вами не было диалога. За что, получается, я на вас надеялась, я приехала в жутком... Я сейчас занят тоже, у меня сделка сейчас проходит. Угу. Мне надо, сейчас, во-первых, люди подъедут. Если вы с чем-то не согласны, есть у нас заведующий, наша то есть консультация. Вы... Угу. Я считаю, что я свои деньги отработал. Если вы считаете, что то есть, не так, то есть так работать Олег это нормально. Футболить человека просто вот за что? Я не понимаю. Мы просто за не что? Доработали с вами до конца. Вы не захотели работать. Вы отказались сами. Не доработали мы до конца. Мы могли обжаловать это постановление. Ну как? Ну, мы могли его. Я его обжалую сейчас. Это постановление. Все дело в том, что у меня нет никакой как бы надежды на то, что я вам звоню, вот даже сегодня поговорить. Вы меня отправляете. Вы меня футболите и футболите. Вы говорите, что я вы же вам сказал, я вам перезвоню. Но я есть, ждал... Просто понимаете, есть вот, вот вы считаете, что ваше дело самое важное, да? Я считаю, что оно вообще это случай вопиющий. А я считаю, что, допустим, где высшая мера грозит человеку пожизненное заключение, он нанес 17 ножевых. Что этот вопрос надо решить вперед. Но мы же говорим по ДТП. Да этот человек, может, завтра выйдет, будет топором махать и говорить, кто там... Может быть. Может быть, да. Зачем мы о ком-то говорим? Случай, я вам доверяла, я вам как бы заплатила деньги, я сейчас, понимаете? Смотрите, вы же не просто так ко мне пришли. Вы по рекомендации, правильно? То есть не просто так с улицы какая-то реклама. Причем здесь рекомендации? Давайте будем по отношению ко мне. В том случае было так. Вам дали 5000 по рекомендации, кто мне рекомендовал, я о том человеку говорю, вы попросили у него 5000 за разъезды, доезды, по результату вам были заплачены деньги. Да. Вот. А у нас результат оказался нулевой. Раньше мы так работали, теперь по-другому. Теперь вот так. А зачем вы мне тогда приводите пример, что тогда? Это же сейчас коснулось меня, и я крайне недовольна, понимаете? У нас выезд вообще с ознакомления с делом стоит 9000 рублей в день занятости. По разному, не у всех. Некоторые, да, некоторые берут 20. 2000 некоторые берут. Я не буду знаю, называть этих фамилий. Причем юристы, как бы, ну... Они не адвокаты. У нас существует правило, что меньше мы 9 не можем брать. Я вас поняла. Установлено нашим президентом Баулиным, что 9000 минимальный день занятости. То есть меньше, кто берет, он нарушает нашу общем, договоренность. А почему мы с вами не составили какую-то доверенность или договор? Я действую. Вот смотрите, как вы мне только деньги на карточку перечислили, это же официально все. С этого момента считается договор заключенным. А как он считается заключенным? Давайте так, смотрите, ну сейчас, правда, люди придут. Хорошо. Если вы хотите, пожалуйста, можно? Давайте 7-го с вами встретимся или 8-го. Ну смысл какой? Спасибо, до свидания. Ну что, наверное, сходим туда? Да. Да, сходим. Здравствуйте, как Сергей Александрович попасть? Вас ожидают? Да. Ты Валентину только не забудь. Ага. Скажите, Вадим. Так он не, он меня ждет. Ну подождите, я его звоню. Вы ему звоните пока, тем более сонно подниматься. Валентина, к нему направо, да? Здравствуйте. А Сергей Александрович, я так понимаю, вы, наверное, да? Давайте я вам потом перезвоню. Сейчас
слушаю. Здравствуйте, я к вам на встречу записывался. Вадим меня зовут. Давайте, Вадим. Можно всем нам дружно присесть, да? Давайте, мне не надо. Не-не, мы со съемкой, мы так не можем по-другому. Скажите, пожалуйста, ситуация с Валентиной. Прокомментируйте нам как-нибудь. Нет, без комментариев. Как давайте. Это? Все, а деньги спасибо. Вы будете возвращать за неоказанную услугу? Я ей все объяснил, ребят. Аж куда вы бежите? Куда вы от нас бежите? Дорожка лежит. Давай, дверь закрывайте. Скажите, пожалуйста, вы будете оказывать услугу должным образом когда-нибудь? А? Или же все-таки вернете деньги Валентине? Да, Светлана, давайте я перезвоню вам сейчас. Вы 7 тысяч или 9 переводили? 9. 9 тысяч. Вы переводили 9, вам поступили 9 тысяч от Валентина. Да, да. Но вы услугу никаким образом не оказали. Ребят, давайте. Скажите, давайте, пожалуйста, вы когда вернете? Вы вернете деньги Валентине? Давайте, без комментариев. Вернете деньги? Да. Да вы не переживайте, что же вы так заметались. Алло. Да я не знаю. Сейчас. Вы деньги Валентине вернете? Освобождите. Деньги я с ней переговорю сам. Что? Вы сейчас переговорите с ней? Да. Вы давайте, вернете деньги? Камеру. Мы сейчас уберем? Снимать, давайте снимать. Так. Давайте, Валентина туда к вам заходит, да? Да, убирайте камеру. Заходи сюда, Валентина туда. Верните ей 9 тысяч. А мы пока здесь подождем. Что там у нас? Мне предложили проехаться на проспект Труда 37 к заведующему, там написать письменное заявление на то, чтобы мне вернули деньги. Может быть, там рассмотрят и вернут, возможно. Снимите наушники. Включайте камеру. Может быть, его зовут. Я не трогаю. Выходи. Выходи. Убери. Выходи. Камеру. Выходи на улицу. Выходи на улицу, там будешь снимать. Выходи. Выходи. Вы вообще сейчас вмешиваетесь? Я не вмешиваюсь, я говорю, выходи на улицу, он там снимай, он там снимай. Я тебе сказал, выходи, выходи, выходи. Дайте, пожалуйста, мне пообщаться с человеком. Общайся потом там, выходи, он там будешь общаться. Молодой человек, выйдите, пожалуйста. Вон там выходите, там будете общаться. Все, выходи. Да, пусть выйдет. Если он выйдет туда на улицу, значит, мой месяц не будет. Выйдите на улицу и на улице поговорите. Вы не маленькие дети, чтобы нас уговаривать. Меня не учите, выходите. Да вас никто не учит. Я вас просто прошу, не нужно. А вы кому пришли? А вот видите, вот. Кому пришли? Раньше, видите, выходит туда-сюда, бегает. Никак не может определиться, либо к умному, либо к красивому. Выходите. Мы его подождем. Тогда выйдет и там поговорит. Нет, он говорит. Мне нужно, чтобы у меня ручка не трогает, пожалуйста. Выходите. Вы слышите меня? Выходите. Вы меня слышите? Выходите. Можешь не стать руками трогать. Не нужно. А что будет? Да ничего не будет, просто не нужно этого делать. А что будет? Вы слышите, нет? Дрожать, я, знаете, для чего дрожать, когда человек руки дрожит? А вы не нужны, вы успокойтесь, я вам говорю, успокойтесь. Выходите. Я вам сейчас говорю, успокойтесь. Выходите, пожалуйста. Выходите. Я ответил вам отказом. Выходите. Я вам ответил отказом. А я вам говорю, выходите. Ну вы можете дальше продолжать говорить. Мы ждем раньше, мы вместе с ним выйдем. Вы, может быть, лучше его пригласите сюда. А он не выйдет. Почему? Да потому что не хочет с вами разговаривать. Я с вами разговариваю. Выходите. Но вы его представитель? Да, я его представитель. Выходите. Выходите, пожалуйста. Выходите. Давайте сейчас он подошел охранник, пообщается с Роничным, сейчас он придет, нам скажет. Будьте любезны, не нужно обострять конфликт. Вы его сами тем более провоцируете. А что будет, если вы? Не провоцируете. А что будет? А что может быть? А что может быть? Ну, да, что может быть? Что может быть? Ваши неправомерные действия, возможно. Ну что? Неправильно. Я могу тоже защищаться. Я сейчас, в данный момент, я на своей территории. Вы не на своей территории. Я здесь могу защищаться. Это ваша собственность? Не собственность. Я на работе. Ваш дом. Я на работе нахожусь. Работаете. Поэтому... Вы сейчас отвлекаетесь от рабочего. Да, вы отвлекаете нас так от вы работы. Вы сейчас стоите. Вы, пожалуйста, занимайтесь своим делом. Я занимаюсь своим делом. Выходите. Мы занимаемся своим делом, вы занимаетесь выходите. Своим. Вы сейчас не занимаетесь не своим делом. Вы мешаете нам осуществлять нашу деятельность. Я своим делом занимаюсь. А мы вас никак не отвлекаем. Вы решили отвлечься сами. Я своим делом занимаюсь. Вот девушки знают. Если это девушка. Вот, да, отлично. Вы видите, как хорошо сразу все решилось. А вы тут стоите. Послушайте, мужчина, мне нужно вмешиваться. Зачем вообще бандить его в ситуацию? Что ты сделаешь? Что ты мне сделаешь? Я ничего не собираюсь делать. Если вы будете какие-то правы противоправные действия, то что да мне плохо, твои законы. Я буду... Послушай, мне твои тогда по одному месту, понимаешь? Закрой нахуй вот это.
Так, мама, не ругайтесь. Закрой нахуй! Да без завтра. Я закрою сейчас, блядь. Я ж с вами не ругаюсь, правильно, короче. Ты веди себя нормально. Закрой нахуй, ваш блядь. Так, вы не ругайтесь, пожалуйста. Молодой человек, да. Ведите слушай, себя нормально. Успокойся, блядь. Я спокойно, это вы как-то агрессивно настроены. Ведите себя нормально. Очень даже агрессивно. С вами ведите спокойно разговаривать. Не спокойно нужно. Разговаривать. Не обостряйте, пожалуйста. Нехуй снимать камеру. Да я вас не снимаю. Это нам решать. Вы не обостряйте ситуацию. Я хочу деньги назад. Я понял. Мое. Хорошо. Я об этом сообщила, что я хочу деньги получить назад уже давно, но вы мне не сказали, чтобы я обратилась к заведующему, понимаете? Вы мне сказали, что все хорошо. У вас на меня время было? А на нее время не было. Вот это удивительно. А почему? Что я вам сделала плохого? То, что я вам деньги перевела сразу после ДТП 9 тысяч. Только это? Ладно. Так я вы скажите, вы деньги каким образом возвращать будете? Ей нужно написать заявление. И сразу вернуть. На имя заведующего. Да. И он рассматривает этот вопрос, ставит свою резолюцию. То есть только тогда ей верну деньги. Самое главное нам понять. Ей да. верну деньги? Да. Железно вернуть ей деньги? Я не могу на 100% гарантировать. Ну как, вы говорите, вы же по факту не осуществили эту услугу. В полном объеме, как того требовано. Минуту. Я ей все объясню. Давайте меня снимать не будете, поговорим по-нормальному, без камеры. Не-не-не-не-не. Просто ситуация такая, вы поймите, что вы неправильно поступили. И вы этот приказ признаете. Ладно, все, убежал. Друзья, теперь мы находимся у адвокатской консультации Калинтернского района. И Валентина сейчас пойдет писать заявление. Здравствуйте. Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, говорит, что заведующей нужно обращаться. Конечно. Заведующей нет, я так понимаю, да? Заведующей. А что это? А, заведующей. Заведующего сейчас нет. Просто время-то как бы рабочее, а его нет. Как бы эту проблему решить? Может быть, она может написать? Вы меня выслушали, заведующий, у нас действующий адвокат. Да, он на процессе какой-то. Я понял, тогда нужно как бы... Бывает каждый день к 9 часам он приходит, и, как правило, если нет судебного заседания, он сидит весь день. Я понял, уважительная причина, вопросов никаких даже не обсуждается. Но причем он ушел буквально немного... Ну, мы не успели, так разминулись, скажем так. Человеку тоже неудобно. Возможно ли ей сейчас написать заявление соответствующее? Ну, если у вас она есть самостоятельно пишите, я просто не знаю, как на бумаге. Написать, чтобы это было... Ну, она, ей в любом случае, она же ничего не придумает. Пожалуйста, она напишет... я вам даю бумагу, пишите, да. Я, конечно... Чтобы рассмотрели все это дело. Просто... Ну, вы лучше вы напишите, я передам, но вы к этому времени уже подойдете, наверное. Или вы не сможете... Просто не сможет ли он рассмотреть к этому времени данное обращение заявления? Понедельник. Вот понедельник, но он же в понедельник ознакомится. В понедельник, конечно, он ознакомится. С... Просто, может быть, когда ознакомится, стоит подходить. Просто, чтобы... И с адвокатом, наверное, как вряд ли приедет. Может быть, вы уведомите. Но адвокат, он не выходил никаких контактов. Я сама ему позвоню, скажу, что... Но он избегал. У нас получилось так, что нам пришлось немножко с хитростью его взять. Потому что он с ней не выходил на контакт никаким образом. Я под видом клиента. Вообще на нашего адвоката это, по идее, не похоже, честно. Ну вот я сам удивлен был, когда человек говорит, что я не могу сейчас общаться, я занят и все остальное. Так я звоню, я говорю, я представился в виде клиента, могу ли я к вам приехать? У меня по второму случаю. Он сразу нашел время. В этом-то вся и загвоздка. Он всячески избегает, потому что он не знает, что и как с ней дальше вести себя. Он ей, видите ли, просил... Пишите. Пойдемте, мне то, что надо... Покажу. Просто нехорошая ситуация. Он... Вот именно ваше заведение порочит, я так скажу. Честь и достоинство вообще... Ручка есть? Вот здесь. Нет, вот сюда присаживайтесь за стол. Вот около окна и пишите. Спасибо большое. А на чье имя писать? Заведующая? Там коллеги. Заведующая. Адвокатская консультация. Калинтернского района. Осяка Олег Владимирович. Ну и заявление. Вот такое. Да мы, может, сначала все напишем, а шапку потом напишем и все. В общем, что мы хотим сказать? Мы вот здесь находимся, вот в этой консультации адвокатской, да, бесплатно. И какие бывают люди, сотрудники? Я не знаю, адвокат, скорее всего, адвокат эта женщина, но она очень доброжелательно, даже ни разу не сказала про видеосъемку, да, она как бы удивилась, обратила на это внимание, ну и все. И всячески идет на содействие. Но это очень приятно. Спасибо большое. До свидания. Всего доброго. До свидания. Ну что, дорогие друзья, в общем, написали мы с Валентиной заявление и очень надеемся на положительное его рассмотрение. Ну, будем держать, как говорится, вас в курсе. А по поводу того самого адвоката, Рончин, насколько я помню фамилия, вы имеете в виду и знаете, что ну, я бы не стал бы к такому адвокату обращаться. И обязательно вообще ваше мнение по всей этой ситуации, дознавателя, адвоката,
водителя, который совершил данное дорожно-транспортное происшествие. Напишите вообще все, откровенно изложите. Даже если вы используете, будете использовать слова нецензурные, я их не буду блокировать. Все, пока, все. Взятки на дорогах, беспределы, нарушения правил. Мы до вас доберемся, все как нужно исправим. Кулак народа бьет по тем, кто нарушает закон. Дамоклов меч, ваш колокольный звон. Время ответить за должностное преступление. Ты думал, что тебя спасет звание или положение? Будь ты министр МВД или офицер ГАИ. Если живешь не по закону, то YouTube смотри. Раскроем лица под масками, шапками и касками. Опишем все подробности правды красками. Мы рядом и не расслабляй свою пятую точку. Возможно, это мы сегодня спасли твою дочку. От пьяного водила с кошельком безмерным, стонированным стеклом и перегаром непомерным. Не стой в стороне, у нас есть номер горячей линии.